Горячей воды в микрорайоне Октябрьский не было неделю. По словам Николая Глиги, за это время Тиростеплоэнерго выполнила намеченные работы. Сегодня заключительные велись на объекте по улице Одесской. На замену магистральной тепловой сети протяженностью 36 метров у бригады ушло 4 дня. Буквально несколько часов назад к жителям этого микрорайона вновь начала поступать горячая вода. Однако на этом плановые работы Тиростеплоэнерго не заканчиваются. После завершения всех мероприятий по Октябрьскому микрорайону мы начинаем планировать мероприятие по котельной номер 4. Она тоже будет остановлена, будет произведен полный останов и прекращена подача горячего водоснабжения ориентировочно на 2 недели. Эти работы будут спланированы таким образом, чтобы минимальное время люди испытывали неудобства по отсутствию горячей воды. Профилактику и замену запорной арматуры невозможно провести без отключения теплоносителя, говорит Николай Глига. Кроме этого, необходимо заняться и самыми уязвимыми участками. Там, где теплосети пересекаются с водопроводом, канализацией и газопроводом. В этих слабых местах образуются определенные там поля напряжений, высокая влажность. И в этих местах мы будем проводить плановое шерфование и определяться, какие места тепловых сетей, кроме тех, которые мы уже знаем, необходимо будет за лето заменить и подготовить тем самым наши сети к зиме. Подготовку к осенне-зимнему периоду в Тиростеплоэнерго планируют завершить к началу октября. Всего за это время отремонтируют около 30 проблемных участков. Наталья Тирских, Татьяна Иващенко и Александр Ермолаев. Первый республиканский.